Алло. Алло, здравствуйте. Добрый день. Это компания «Рембут Сервис» вас беспокоит по пластиковым окнам. Скажите, пожалуйста, у вас установлены пластиковые окна? А вас как зовут? Меня Елена. Елена, подскажите, вам бы понравилось, если бы вам каждый день звонили с подобными предложениями и днем, и ночью? Мы вам каждый день звоним. Нет, ну я вам вопрос задал, вам бы понравилось? Не вы, так другие. Вам бы понравилось? Ну, мне так же звонят. Извините, что? Конечно, но мне так же звонят. Ну, так то же есть, звонят вы... и банк. Подождите, подождите. И... Вам, получается, не нравится, я правильно понимаю? Ну, я на это нормально реагирую, говорю, не надо и все. Ну, то есть не нравится. А почему вы делаете то, что вам не нравится? Вам за это деньги платят? Нет. Ну, естественно, это наша работа. А вы подпись где-нибудь ставили, когда устраивались на работу? Скорее всего, ставили, я предполагаю. А теперь задумайтесь, кому нужна ваша подпись, чтобы вы делали за деньги то, что вам не нравится, то есть кривили душой. Вы за деньги кривите душой, продали душу, а теперь подумайте, кому, раз вы расписались. Богу ваша подпись не нужна. Подумали? Что вы делаете? Мы подумали. Подумали? Плюс вы отняли мое личное время. Я к вам не обращался и ваш звонок не заказывал. Вы потратили мое личное время. И вы за это будете отвечать. До свидания.